I'd like to move the discussion over to media here. We have Tatiana Zobel, who I mentioned, and also Igor. The question is really to the two of you, and perhaps we can start with Tatiana. So, as I look at the sort of the media industry and this sort of traditional media model, I think it seems clear that we're going to have some very big change here. On the one hand, I see a complication and a bit of a challenge, which is that if I think about Vietnamese, I know without a doubt that I read Vietnamese every single day, but I don't think I really go onto the site anymore, much less read the paper. And so there's just this kind of expectation, and I'm counting on the fact that the material is going to somehow reach me through other channels. Does that create a challenge in terms of maintaining the connection with your readers? And then you have the other issue of just more and more different types of media and channels that are being created. I might know very well that I trust Vietnamese and maybe not some others, but the more that they start to look the same and come online and reach you in the same ways, how do we differentiate where's the quality and where's not? So those are the challenges. On the other hand, clearly with the technology, there's massive, massive opportunities to really take this model forward. And so maybe, Tatiana, I can ask you the question, where is Vietnamese, you know, or similar in 10 years' time? Я бы не хотела говорить конкретно про ведомости, потому что я считаю, что наша история не совсем типичная для медиа в целом. Поэтому мне кажется, интереснее будет, если я вам скажу то, что я думаю в целом про новости и распространение информации. Вы правильно заметили, что сейчас все меньше людей читают издания на бумаге или на сайте, и все больше людей получает отдельные статьи и отдельные новости через другие каналы, часто не обращая внимания на то, кем эти статьи и новости написаны. Я думаю, что через 10 лет наша отрасль станет сильно похожа на торговлю. Уже сейчас такие организации, как Google News или Яндекс Новости или другие агрегаторы новостей, можно сравнить с гигантскими супермаркетами. Вы приходите в супермаркет, и вы не всегда обращаете внимание на то, кто произвел эти товары. Вы просто знаете, что вам нужен стиральный порошок, гречка, там, вода. Ходите и выбираете на полках то, что вам больше нравится. Это медиа-аналог гигантского супермаркета. Агрегатор, который собирает наибольшее количество новостей из наибольшего количества СМИ и предоставляет их вам. Разница только в том, что супермаркет сейчас закупает товары, чтобы поставить их на свои полки. Агрегаторы новостей пока что в нашей стране, во всяком случае, ничего не платят производителям новостей, они просто выставляют нас на свою витрину. Но опыт мировой показывает, что агрегаторы вынуждены будут, поскольку им нужны новости, им нужна информация, они вынуждены будут договориться со СМИ и найти способ оплачивать эту информацию, которую они потом предоставляют уже своим клиентам. И так же, как в торговле, в нашей сфере будут бутики. Да, это компании, которые производят очень дорогие, но очень качественные товары. И у этих товаров тоже есть покупатель, который готов за них платить. И так же, как есть в мире много женщин, для которых важно, что у них будет сумка Шанель, также среди наших бизнесменов, чиновников, экономистов есть много людей, для которых важно, что они получат информацию достоверную, проверенную, правильно понятую, правильно объясненную. Ведомости относятся к таким бутикам. Поэтому мы сами продаем то, что мы производим, свою информацию. Ее в полной мере могут получать только подписчики. И мы уже не делимся основными своими статьями с агрегаторами и социальными сетями. И последнее, что я хочу сказать, после этой сессии я пойду на закрытую сессию Facebook специально для журналистов и для медиа.
потому что Facebook наконец осознал эту проблему, и они объявили программу взаимодействия с журналистами и взаимодействия с журналистикой. Если коротко, им нужна экспертиза журналистов, чтобы отличить правду от вымысла, настоящие новости от выдуманных. И в обмен на эту экспертизу они наконец-то готовы делиться своими доходами. Поэтому я считаю, что через 10 лет нынешние медиа превратится в тесный альянс глобальных распространителей, таких как социальные сети, агрегаторы и поисковики, и производители контента, таких как традиционные медиа.